Натуральные декорации в аквариуме – это действительно красиво, современно и безопасно для аквариумных обитателей. Декотоп – пожалуй, лучший интернет-магазин, в продаже которого только натуральный декор. Аквариум и аквариумное оборудование, наверное, является основой аквариумистики. Но без хорошего декора внутри аквариума вся аквариумистика блекнет и теряет лицо. Современный мир позволяет профессионально заниматься аквариумистикой абсолютно любому человеку нашей страны, где бы он ни находился. Сегодня не нужно ездить по аквасалонам или птичьим рынкам. Все можно заказать через интернет, и если интернет-магазинов с фирменным оборудованием много, то с качественным натуральным декором, увы, нет. Магазин Декотоп – один из лучших интернет-магазинов, в котором продаются экологически чистые 100% натуральные декорации для аквариумов, которые закупаются со всех уголков мира. На мой взгляд, аквариумные жители очень здорово смотрятся на черном, синем и белом фоне. Натуральный синий грунт я еще не встречал. Про натуральный черный грунт уже есть отдельное подробное видео на канале «Параквариумистика». Ссылку на это видео вы сейчас видите на своих экранах. Продублирую ее еще и в описании под этим видео, чтобы вы в любой момент могли ее найти. В этом видео я хочу вас познакомить с натуральным белым грунтом от компании Декотоп. В этом интернет-магазине он называется Marion. Marion – это натуральный белый окатанный гравий для оформления аквариумов, террариумов, флорариумов и даже цветочных композиций. Знаете, белый цвет бывает разный, один дает в серый тон, другой белый плавно уходит в желтизну. Но грунт Marion имеет насыщенный, ослепительно белый цвет. С помощью такого грунта можно поиграться с контрастами в пространстве аквариума. Пока я тестировал этот грунт, я очень многое попробовал в оформлении с этим грунтом. И теперь могу уверенно сказать, что он круто смотрится как основной самостоятельный грунт, так и в сочетании с другими окатанными грунтами. Кстати говоря, грунт назван в честь озера лагуны Marion. Такой же гравий можно встретить в других местах, например, на пляжах и в озерах и реках Северной и Южной Америки, Евразии, Африки и Австралии. Естественно, для оформления биотопов этих мест можно использовать грунт Marion. Прекрасно подходит для оформления аквариума в природном стиле. Наверняка камера не передает реальный размер грунта, поэтому положу к нему линейку. Грунт достаточно мелкий, от 2 до 5 мм. Перед тем, как опустить грунт в аквариум, его стоит как следует промыть, и не один раз. Если его сразу поместить в аквариум, появится белесая муть – пыль. В целом, это не опасно для аквариумных жителей, но придется достаточно долго ждать, пока пыль осядет или отфильтруется фильтром. Для таких нетерпеливых, как я сам, все-таки рекомендую промыть его. В этом бесконечном множестве маленьких белых окатанных камешков иногда встречаются камешки не белого цвета, например, черные, серые и рыжики. Но они попадаются редко и сразу бросаются в глаза, поэтому если важно, чтобы был только белый грунт, стоит немного поковыряться. Пожалуй, это единственный минус и совсем незначительный. Стоит отметить, что я не удержался и протестировал воду из аквариума, в котором этот грунт находился 1,5 недели. Теперь могу сделать вывод, что грунт Marion немного повышает жесткость воды, то есть он не нейтральный, это нужно учитывать. Кстати говоря, на сайте Декотоп об этом говорится, плюс даются рекомендации, для каких рыб он подходит. Например, рыбы-брызгуны, монодактилы, аргусы, живородящие карпозубы, африканские цихлиды. Не стоит забывать о набирающих популярность ракообразных, креветкам, крабам и ракам этот грунт очень хорошо подойдет. Да и жесткая вода будет в самый раз.
Настало время посмотреть, как на таком грунте смотрятся популярные камни. У каждого из нас свой вкус, свои фантазии, свои превосходные идеи, которые рано или поздно воплощаются в жизнь. В комментариях обязательно напишите, какое сочетание вам понравилось больше всего. Стоит посмотреть на сочетание этого грунта с корягами, ведь коряги очень часто используются в оформлении. Обязательно посмотрите, как выглядят зеленые растения на грунте Марион. Мне очень нравится сочетание зеленого с белым. Это выглядит очень интересно и наполнено необыкновенной свежестью. Напоследок хочу напомнить о том, что грунт в аквариуме – это не просто элемент декора, это еще и биологический фильтр, дом для жителей аквариума, которых мы не видим невооруженным глазом. Грунт – это материал, из которого цихлиды, например, строят гнездо для своих мальков. Грунт – это то, за что растения цепляются своими корнями и многое другое. К выбору грунта нужно всегда относиться серьезно.